Так, ребята, у нас 19 минут. Что мы, куда мы приехали? Мы приехали в аквадукт. Вот такой вот ух тут какой-то. Тут вот такая вот речка. Она идет на самый прикол. Там это мостик, да? Мостик он. Просто. Просто такой вход. Давайте, мама, пошли. Или будем ждать кораблик. Давайте кораблик подождем, да? Просто можно гулять здесь, наверное, видите? Вот такой мост. Просто такой мост с дырками, да. Пойдем, пойдем. Хотя бы половину можно. Сейчас мы пойдем. Наша Катя sleeping. Пошли давай. Вот так его и заснимем. К воде подходить нельзя, да? Да. Возле забора идите, да? Да, вот и корабль. Типа. Называется Pilgrim. Наслаждаешься видом, да? Так, ну ладно, я сейчас не могу. Мама боится. Так. Ладно. Давайте мне тут у нас. Никита, возьми Алису за руку. Пошлите за мной. Али, Настя, Али... мама, пройдем вперед. Пошли, я не туда. На середину только выйдем. Да, здесь красиво. Горы такие. Мама, ты нас подожди тогда. Подожди там. Мы сейчас доходим до серединки и обратно. Да? А вон там речка текет еще, да? Барашки, да? Там барашки есть. Иду, мама боится высоты. Посмотри другую сторону, там две лошадки. А, вон лошадки, да. Так, ладно, идем чуть-чуть дальше, да? До другого конца моста. Ладно, вот больше не пойдем. Давайте здесь встанем и посмотрим, да? Как здесь интересно. Да? Алиска, страшно? Никита, страшно? Настя, страшно? Нет? Я не боюсь, я смотри, только я боюсь. Ты посмотри, как же там офигенно с такой фигни падать. Ты не хочешь сюда? А вот река. А вот там еще один мост, смотрите, вдалеке. Я по нему, наверное, поезда ходят. Sorry, guys. We'll have to come in to him because this is a baby. Right, go, daddy. Пошлите. Пошлите. Так, пошли, я сказал к маме, все. Главное, мы еще кораблик здесь засняли, да? Настя, не страшно тебе? И вот так люди ходят. Не боятся? Птички. Настя, давай папа тебя... не подходи туда. Куда ты сразу идешь туда, я не понимаю. Да, вода-то какая. Мы-то грязная. Для лодочек самый раз, да? Интересно, да? Всякие тут палатки, горы. Вот так вот мы в Шотландии, да? Нашли с Настей. Вон там можно тоже гулять вниз идти. Под мост. К лошадкам.
Давай, Настя, иди к маме, да? Выше 1795, 1805, да? 10 лет его делала. Нормально, да? Мама, я что испугалась? Давай 10 лет работы. Мам, давай вниз пойдем. А вот там люди могут гулять спокойно, да? Так, что у нас тут? Там дальше лодочки, да? Маму мы восстановили, больше она уже не пугается. Давайте я буду снимать. Выйдите, я буду всех снимать. Я буду кораблики снимать. Конечно. Такие мощные, да? Кораблики. И вас буду снимать, да? Ну, понравился вам мост, да? Да. Диму сюда надо отвезти. Если он к нам приедет в гости. Такой мощный кораблик, смотрите, у него дым идет. Эх, такой кораблик. Вот главное, что они все-таки... Ха-ха. А вон там наша машина, в самом далеке. Да, Алиса, мы сейчас в Макдональдс поедем, да? О, уточки! Вообще, сейчас они по мосту, пойдут поплавать. Нашли пары друг друга, да, наверное, мама? Вот тут у нас есть, который кораблик, он, наверное, ездит, тут все проверяет, чинит. Нет, его и вот тут дома нет. Такие, да? Пап, его вот живут в на горе там. Пап, скамеечка для старушек. А вон наша машина. Сейчас мы идем в нашу машину. Они делают еще один. Уточки вообще везде, да? Для них один мир. Так. Такую тележку классно нашли, да? Насте нож красный наконец-то, Кати. Да? У Кати, да, извиняюсь, мама. Видел, и тут вот такая Лайман. Чуть ли не шумерская глиняная табличка, да, ребята? Это вот следующее наше видео, мы поедем. А вон там еще один мост, да? Там вот далеко. Видим.